В Махачкале задержан мужчина, устроивший поножовщину. Инцидент произошел ночью 11 июня на улице Бейбулатова. Между двумя молодыми людьми возник конфликт, в результате которого 27-летний горожанин нанес проникающее ножевое ранение в область брюшной полости другому мужчине. Пострадавший был госпитализирован, на место выехал наряд работников правоохранительных органов. Подозреваемого доставили в отдел полиции.